кому война, а кому мать родна, мы прекрасно с вами видим. И понимаем, в интересах кого сегодня работает эта власть, исполнительная в первую очередь, которая подписывает такие постановления. Поэтому будьте уверены, фракция КПРФ останется на своих позициях, невзирая ни на что. Мы будем требовать от этой власти, чтобы каждое решение, которое принимается в данном направлении, было глубоко проанализировано специалистами в первую очередь, с привлечением специалистов. И каждый шаг был просчитан с точки зрения последствий. Сейчас мы прекрасно понимаем, что удар наносится по простому, ну скажем так, трудящемуся населению Липецкой области и по субъектам малого и среднего бизнеса. И чтобы мы с вами не были едины в том, чтобы поменять существующий уклад, который сегодня наносит серьезный ущерб не только экономике нашей страны, но и каждой, в принципе, российской семье. У меня, как и у многих наверняка здесь присутствующих, есть какие-то знакомые медицинские работники. Но есть же такие, правда, у всех. И вы знаете, я ни у одного из них не слышал совета прививаться мне. Ни один из них мне не сказал, вот возьми и привейся, сделай прививку эту. Ни один. С официальных ресурсов, средств массовой информации нам просто льются потоки экспертных мыслей. Но вместе с тем, те же самые врачи нам говорят о том, что мы не уверены на 100%, в том, что эта вакцина действительно нас защищает от этого вируса и то, что она действительно работает. Почему люди беднеют? Пандемия. Но любой вопрос, который находится в зоне ответственности власти, можно отвечать. Пандемия виновата. Почему не выполнены национальные проекты? Пандемия. Почему не сдали проспект вовремя? Пандемия. Почему экономика не растет? Пандемия. Почему у нас последние 20 лет население вымирает? Ну, там не очень сильно вымирает, а вот сейчас сильно вымирает, это пандемия виновата. Почему депутатам можно не ходить на сессии? Да пандемия. Удобно ведь, правда? Верите ли вы, что эта власть, которая на протяжении последних лет грабит народ, которая загоняет их в бедность, в нищету, которая создает условия, при которых он вымирает, эта власть, которая принимает жуткие тарифы на ЖКХ, поднимает цены, в конце концов принимает антинародную пенсионную реформу, может ли эта власть вдруг неожиданно озаботиться нашим состоянием здоровья? Я в это не очень сильно верю. Маски нам продают, но вакцину предлагают сделать бесплатно. Это не про пандемию, я завершаю и повторяюсь, это про политику. Поэтому, прежде всего, нет доверия этой власти. И виновата в этом исключительно сама власть. Все эти 30 лет она делала все для того, чтобы народ эту власть ненавидел. Я вам признаюсь, я эту власть просто ненавижу. И продолжу борьбу. Спасибо. Хотим болеем, хотим прививку делаем, хотим самоизоляцию. Это личное дело каждого человека. Поступает масса обращений. И в связи с этим мной, как руководителем фракции в Липецком областном совете депутатов, было направлено обширное обращение в адрес прокурора Липецкой области с требованием принять незамедлительные меры по защите законных прав и интересов жителей Липецкой области. На наш взгляд, нарушаются и конституционные права жителей нашего региона, и попирается федеральное законодательство. Закон о статусе депутата Липецкого областного совета это дело позволяет. И в рамках исполнения полномочий я вправе встречаться с избирателем, отчитываться о своей деятельности, получать от избирателя предложения, наказы, отвечать на вопросы избирателя. Поэтому здесь беспорядков никаких нет. Товарищ капитан, все, что мог пояснить, пояснил. Разрешите вам задать. И никого об этом не оповещают. Это не товарищ, это товарищ. Служить за родину.